Всем привет, ребята, и сегодня перед началом ролика хотел бы рассказать вам небольшую новость. Как вы знаете, в основном я играю в синглплеерные игрушки, но с вами ни во что подобное не играю, мультиплеерное. И подумал, почему бы не провести нам сходку в мультиплеерной игре. Нас очень много и все хотят поиграть, конечно же, а деньги на покупку игр есть не у каждого, поэтому я обратил внимание на Dragesang Online. Там можно будет абсолютно без всяких заморочек собраться на арене всей толпой и устроить мясо. Каждый сам за себя, короче говоря. Для участия в этой сходочке вам потребуется зарегистрироваться в игре, конечно же, дойти до арены в городе Кингсхилл, и это около 2 часов игры, а сама встреча состоится у нас через 9 дней, в 18:00 по МСК, я думаю, будет всем удобно, все придут уже в это время. Ну и, конечно же, всякие задроты нам не помешают, смогут войти только те, кто ниже 10 уровня, и это будет эпично, я думаю. Ролик, конечно же, сниму сходки, лучшие моменты, все такое. Так что приходите, ссылка на игру под видео, регистрируемся и участвуем, конечно же, в сходочке. Если придет много людей, то сходок будет гораздо больше, поэтому поддерживаем лайком, ребята, эту идею. Мне кажется, будет интересно. Ладно, переходим к нашему ролику. Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные флешки. Сегодня будем играть в игру под названием Blackbeat Ninja 2. В первую часть этой игры мы уже играли, вышла сейчас вторая, подумал, почему бы и не поиграть в нее. Вроде бы тоже неплохая получилась. Хотя, конечно, довольно простенькая, но... неплохая. Стоит в нее поиграть, конечно, уделить ей время. Так, оп. Да, мы играем вот этим ниндзя, если кто не знает, и мы ходим вот так вот, прыгаем и рубим людей, другие вернее ниндзя, которые красные ниндзя, а не Blackbeat ниндзя. И мы вот так вот ходим и караем этих ребят. У нас есть ограниченное количество атак, дэш-атак. Вот так вот, оп-оп-оп, ходим, рубим всех, уничтожаем. Никто даже ничего нам не может противопоставить, так. И мы, конечно, умеем еще 2 раза прыгать в воздухе. Кстати говоря, для меня это сложный момент, и все время не успеваю толком это сделать. Ну, первые уровни такие простенькие. Совсем. Даже не вообще не попотеешь, воу! Так. О, да ё-моё, ненавижу эти пилы. Так, кто придумал пилы? Все время портят жизнь. Что мидбой, что так? Так, блин, дэшнулся зачем-то один раз. Ай! Ниндзя разучился прыгать, так. Надо, наверное, двойной дэш сделать. Мне кажется, за одну атаку у меня здесь не получится. Так, так, хоп. Так, это... прыгай к этому парню. Так, раз, два. Ох, готов! Порвал просто. Как тузик грелку. Так, у нас еще и скрытое место есть. Так, получается, так будем прыгать. И вот так. Нет, не допрыгнул. Эй, какого хрена? Ладно, наверное, все-таки стоит так разрубить, а не через скрытое место идти, потому что... Да блин, как здесь надо сделать? А, кажется, доперло этот раз, так. И вот так вот сейчас по всей линии. Так вот, воу, 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 здорово, ребята, и у меня дэшки не хватило, какого хрена? Так. Как это выглядит вообще, типа, хеллоу? Так, просто надо поменьше скорость, скорее всего, взять и там рубануть парнишку. Да блин. О. Ну, остановись ты только вовремя. Да ё-моё, ненавижу тебя. Так. Давай, 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 давай. О. Вот так я и хотел. Так. Готов. Но это было не так уж просто, как казалось. Так. За этим я иду. Этих, по-моему, можно уронить. Да, роняем их. И идем по вашей душе. Фу. Я как по американским горкам каким-то. Так, стоп, у меня всего 2 дэша было. Эй, вы. Взяли дэши, у меня отняли. Так. Было бы классно, если бы у меня получилось их в воздухе порубить. Так. Самое, конечно, забавное, когда ниндзя просто на тебя смотрят. То есть, ты такой... Ниндзя стоит... А на него смотрит, и он просто прыгает и рубит их после этого. Странно это дело. Так, кнопка. И... блин. Получится ли у меня за 2 дэша так его, их убить? Хотя да, получится, почему нет. Тут просто надо рассчитать с прыжком. Так. Черт, почему его не рикошетит от стены хотя бы немножко? Так. Так, а если я за этим прыгну, что будет? А, ну за этим сразу прыгать и нельзя. Так,
Ну вот такая, что ли, скорость прыжка тогда? Слишком мало. Ненавижу его. Так, ну тут плевать. Тут вот так, значит, это. Снова так же прыгнул. Да ё-моё. Ненавижу этот просчет все время. Не чувствую я сколько. Надо точно силы для того, чтобы прыгнуть так, как надо. Вот какого хрена я сейчас опять переборщил? Или может в прыжке его рубануть просто? Да, наверное, так стоило сразу сделать. Так. Черт, ненавижу. Так, оп. Да не... Почему мне нельзя поставить паузу в этот момент, например? Я вот вечно не успеваю второй раз нажать на себя. Так, рестарт. Вот, тя-тя. Ну как он задевает эту гребаную переграду? Я его ненавижу за это просто. Так. Сейчас я. Пфа! Еще и на кнопку прыгнул. Ну почему так высоко? Я не хочу так высоко прыгать. Чё мне мешает прыгнуть именно просто вперед? Так, оп. Наконец-то! Я это сделал! Ох, ё-моё. Так, be brave. What? Be brave. Наверное, сюда выпрыгивать это надо. Да, блин. Неужто я могу просунуться туда? Да нет, не могу. Так. Что я сейчас сделал? Так. Ну, либо здесь надо остановиться, порубить этих ребят. Здесь я не пролажу просто. Чё не хочешь? Как ни крутись, не сделать ничего. Так. И надо вот здесь резко остановиться, значит. Там есть еще пространство для того, чтобы остановиться. По крайней мере, одно из решений, которое я вижу. Возможно, можно что-то другое сделать. Так. Ну опять и так сильно. Чего мне манит так? Настолько сильно проехаться. Нях. Сейчас вообще не доеду. Давай, упади как я хочу. Так ты такой жопошник, я не знаю. Так, ладно, тогда вот у меня такая идея. Да, надо вот так сразу делать, я думал, что нифига так не выйдет почему-то. Ну ладно, главное получилось, все работает. У меня дэши нету. Ё-моё, волшебник хренов. Опять он мне не дает двигаться. Угу, понятно, так. Ой. Вечно проблема последовательности. Так, хоп, хоп. Готовы. Волшебник меня не остановит. Чё, мне вернули? Так. Нех. Так, хоп. Хоп. Еще и дэш один остался. Вот это я круто сделал. Так. Опять я не могу двигаться. Что мне надо сделать? А, просто так подвинуть. Офигительный уровень. Просто взять так. Так, о, грэпплинг хук у меня есть. Вау, это круто. Это мне нравится. Блин, только переборщил с прыжком. Давай. Ай, ненавижу, когда у меня так получается. Так. Так, давай. Воп.
так вот. Качаемся, раскачиваемся. У-ху. Так, у-ху. Да, теперь должно уходить скорость. Ей! You shall have one move. Так. Чертов Гэндальф, так. Кнопка. Да жесть. Так. Да блин. Уф. Так. А, тут другой крюк был спрятан. Чего вы их все в коробочке распихали, а? Фуш. Фуш. И тут... Тут надо как-то... Как-то так. Ха. Да блин, я не хотел дышать. А, у меня же один дэш был тогда. Чё я затупил-то? Хотя я мог вот на этот нажать, и тогда вообще жестко так пролетел. В общем, ребята, вот такая вот флешка, вот такая вторая часть. Надеюсь, она вам понравилась. Ссылка на нее, конечно же, в описании. Заходите, играйте. Также не забывайте про новость в начале ролика. Про Дракенсен, конечно же. Ссылка, говорю, еще раз в описании. И что еще хотел? Лайки, подписку не забывайте. Да. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем спасибо за просмотр.